Всем хай, с вами я, Амайн, и до игры Valorant, или Valorant, понятия не имею, в принципе, пофигу. Ну и вот, что будем играть, развиваться. Я вот недавно понял суть моего канала, то что я на этом канале продвигаю себя в мире гейминга, или если можно вообще так сказать. И да, тем людям, которые обосрали меня за мою вебку. Раз, у меня ее нет. Два, я записываю себя с телефона, но при этом я могу использовать телефон как вебку на стриме. Да. В эту субботу стрима не будет по причине того, что... По какой причине? А, я уезжаю в Оренбург, да. Конечно же, по выходу этого видеоролика. Я уже давно буду дома, ну и как-то так. О, матч найден. Угу. Если честно, тоже, как и в Crossout, мечтал в нее сыграть. Сыграл, прикольненько. И решил записать, что у нас будет тут происходить. Так что, ребят, приятного просмотра. Так, я выбрал. Ну что, мы, как видите, начинаем. Так, надо как-то микрофон установить удобненько, потому что я использую всякие рандомные штучки, которые попадаются мне под руку, и ставлю их под микрофон, чтобы он был чуть-чуть повыше. Но... Так, здесь очень неудобно. Короче, у меня нет денег. Возможно, это просто первый бой, и поэтому у меня нет денег. Ладно, все, ребят, короче, погнали. Фаза покупок, неудивительно, побежали. Оу, май, какой у меня огонечек, я прям зажигаю, я горячий. Прикольная анимация, если честно, я понимаю, этот шутер какой-то, ну, не как КС, конечно, но... Оп, тебе туда. Ё-моё, человека со спайком убили. Меня убили, хорошо. У нас один игрок остался, чёрт. Давай, красава, красава, он прям выносит. Что, ребят, начинаем следующий раунд. Следующий раунд уже готов. Я, короче, готов закупаться. Купил это. Потратил вообще все бабки, которые у меня были. Но я всегда такой арсенал выбираю. Ну, еще, конечно, броню я тяжелую беру. И вот иду на... Так, на таран и так выношу всех. Хотя я... Сколько, интересно, играл? Я очень мало играл. На! Так, я никого не наблюдаю. Минус один человек. Кинул пацана, поебалу, на! У меня перезарядка, ребята, помогайте! Ох! Кто не понял, меня со спины замочили. Но ничего. Спайк устанавливают. Давай, братан. Все. Твоя задача защитить от одного игрока. Один. Ребят, мы победили. Ничего, так ничего. Но он держался до последнего вообще. Так. Что у меня по бабкам? Бабки имеются, как говорится. Я опять потратил все бабло. И идем. Короче, главное смотреть, что происходит за спиной. А то будет, как говорится, плохо. Так. Так, я готов. А, 6 секунд. Чё готов-то? Нормально. Давай. Один. Пошел. Так. Минус один. Стоп. Убили меня, оказывается. Я думал, я его замочил, что-то как-то тупанул, короче. Смотрите просто. Ой.
короче, победа была... у меня денег теперь не хватает на броньку-то. Ну, окей, окей. Может, вы, конечно, меня осудите за то, что я постоянно с этой оружкой хожу, но мне нравится. И это мое дело. Так. Я буду держаться в толпе. Так. Так. Бросок кобры. Пошел. Поняли? Что там игрок сказал? Шутки кончились, вам конец. Спи спокойно. На, вынес, а раз, минус один. Короче, ребят, устанавливайте спайки и... Давай. Прикрываю, прикрываю. Все, красава. Не знаю, это вообще можно открыть? Она открывается? Потому что мне кажется, что нет. Минус второй чисто в хедшот. Прям вообще. Все, давай, спайк. Мочи. Изи. Пизи вообще прям на изи. Беру тяжелую броню, потому что... Я понимаю, я так медленный, так что смотрите в убыстренке. Классная убыстренка, да? Куда бы закинуть эту штуку? Туда хочу, вон туда, подальше, повыше. Пошел. Это было опасно. Давай, пошел, 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 пошел. Что? А как так-то? Меня убили, я не понял. Ладно, начинаем следующий раунд. Так это можно, значит, убивать. Хотя... Я хочу эту штучку и вот эту. Нужно как-то меняться, нужно исправлять свои ошибки. А что такое X, кстати? X это, кажется, восстановление ХП. Я в этом не уверен. Пошел. Оп. Чисто, 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 чисто. Так. Я видел. Он был там, он был там. Точнее, она. Давай, 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 давай. Так, минус один и минус я. Ну, логично, в принципе. Так, кто тут у нас это? Это у нас кто? Это какой-то черт. Ты, а почему ты не убил? Это, а, это не враг. Короче, у нас все как бы, ну, как это попроще сказать? Плохо. Так, берем тяжелую броню, бамс. Интересно, я вообще взял ее? Это можно посмотреть. Да. Короче, а может быть я немного поменяю, так, свою тактику и пойду... Ё-моё. Через левую сторону, кстати. Мы тогда победили. Ничего, так ничего, так сейчас. Бросок кобры. Опа, они тоже пуляют какую-то хрень. Так, что-то они пуляют. Так, это восстановление ХП интересно, я не могу сказать точно. Так, блядь. Они у меня на мушке. Но мне это не нравится, если честно. Прям вообще. От слова совсем. Ой, блин, мне холодно. Как-то серьезно я настроен. Офигеть, я как бы восстановился, у меня было две жизни. И в результате я как бы сдох. Угу. Странно, странно, очень причем. Что делать? Новый микрофон нужно покупать. Как вы по шуму видео, походу, вы слышите. Не знаю.
Ну, пока что не могу себе это позволить. Ну, типа, могу, но при этом надо... А, мы победили Спайк... А, Спайк у врагов был взорван. Короче, понял, закупаем сейчас что-нибудь... А вы... Так, вот это берем и тяжелую бронечку. Так, не понял. А, Б, я постоянно путаю. Так, берем вот эту вот Ешку. Ну, вот эта штука типа X, когда нажимаю. Ну, вот это прям... Кайф, когда у тебя 2 хп. Ну. Так. Я готов. Раз. Два. Три. Меня как-то палят. Ой, там каких-то чертей заморозили. Ну, блин, мне... Сейчас... Минус один. Это хорошо. А здесь, кстати... Ах ты, скотина! А с какой... Я не... А либо это либо был дробовик, либо это была АВМ-ка. Я точно не знаю. Я даже не успел заметить. Ну, блин, тут суперсила вообще. Это очень классно. По КС-ке будет тоже видос, кстати. Рубрики. Начинаются вообще все круто, топово и супер. А, ну что тут происходит? Вы все просто как-то ходят так потихонечку, а никакого месива нет. Почему? Вот за это я и люблю Call of Duty и Stand Off 2. Там месиво прям. Постоянное причем. Ну вот Call of Duty особенно. А это, ну, типа... Ну это... Оп-оп! Да ты как так? Так, короче, берем наш, как всегда, этот стандартный набор, уже, ну, такой вот. Берем Е, бежим. О, вон, нож есть. Оп. Так, ну, нам нужна Ешка. Оп, Е. Так, блин. Там как-то люди... Сейчас, ребят, я прям пойду вон туда. Оп. Они не идут. Так. Ты мани мутя манишь. А, и да, кстати, там в прошлом раунде мы проиграли. Спайк нас, короче, типа не спас. Так. Прям эту штуку. Мне надоело идти через эту вот отсюда. Я хочу идти вон там. Где все ходят. Ну, конечно, со спины они же нападут все-таки. Оп. Так. Оп. А я не вижу врага, прикиньте. Давай, давай, иди сюда, иди сюда. Минус один. А, да, удивительно, неудивительно, в принципе. Счет у нас неравный, это прям... А, ну, блин, вот это прям... Короче, просто следующий раунд. Ну шо, пацаны, победа, как говорится. Так, ну, если честно, я уже неплохо так уже умею что-то там делать здесь. Потому что, ну, наверное, я так считаю, а так я на самом деле нубяр полный. Но, в принципе, я уже прокачался так уж неплохо. А, кстати, мы сторонами поменялись, я только сейчас это заметил. Это, кстати, классно. Так, берем вот эту штуку. Так, они пойдут, значит, вот оттуда. Ладно, понял. Оп. Закрывай, молодец, да? Так, так, так.
Так это оружие так, что ли, стреляет? А у кого, кстати, спайк? Спайк не у меня. Сюда, сюда, сюда. Так, ребят, мы, короче, держим оборону. Зачем вы это сделали? В смысле? Меня убили сверху. Ну, короче, вот так. Ну, что сказать, победа, и это, в принципе, неудивительно. Знаете, я что-то... А почему у меня оружие не взялось, а? Слышь, люди, вы пистолеты побросали, вы шо? Ой. Странные люди вообще. Очень. Так, если пойдут отсюда, то они... Так, кого-то там... Меня убили! Ну да, да-да-да-да, неудивительно. Давай, давай. Идите сюда. Ага, вот так, минус раз. Сейчас будет минус два. Так, исцеление, лечение, всякое вот это вот, ля-ля-ля-ля. В смысле? Он уж так. Ушел. А, ну... 3-3, короче. Следующий раунд. Но все как-то странно складывается по мне. Так, мне так... Я надеюсь, что мне так кажется, кстати. Берем эту штуку, и у нас больше как бы бабла 0%. Главное, что имеется прицел, и больше, мне кажется, тут не надо. Так, 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 так. Что тут у нас? Что может тут происходить? И вообще, стоп, я куда забрел? Я вообще не... Слушай, подожди, ты за... Да ты на меня смотри, куда ты там бежишь, а? Да ты на меня смотри, а? Шо у нас по планам-то, а? Так, если пойдут, то пойдут, скорее всего, где-то отсюда. Ну-ка. Опа. Что-то чертей не обнаружено. Как-то это тупо глупо. Ну-ка, давай, иди сюда. Выходи. А. Там никого даже не было. Ну, лол. Смешно. Тут врагов что-то теряют. Что-то происходит. Вы можете как-то конкретно? Пришел, увидел и убил. Зачем вот это вот не себя по-детски вести, как нюня какая-то? Так. Оп, оп, нету. У нас в смысле? А как так-то? Вот просто я убил в данный момент двоих. Ну и вот как-то вот так мы проиграли. Все, ребят. Отдельно к вам обращаюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Да, хотя, какой там понравилось. Дизлайк, отписка и так далее. Ой. Ну, хотя бы пока.
шутка, обманул последние крутые части моих убийств. И тогда уже пока. Минус один, минус два. Просто спокойненько, не напрягаясь, и мы победили.